Друзья мои, вот я вам сейчас в лоб задам вопрос. Скажите мне, пожалуйста, что для вас значит владеть эмоциями? Подумайте, ответьте. Да? Мне не нравится ваш ответ. Ваш ответ тоже не нравится. В основном ваши ответы — это сдерживать эмоции, контролировать их. Отстаньте. Владеть эмоциями — это значит ими управлять, это значит их создавать. Вы посмотрите, насколько я эмоционален во всех роликах. Посмотрите, насколько неэмоциональны наши артисты в сериалах. А насколько неэмоциональны вы? Вы себя в зеркало видели? Ведь вас захватывает одна-две эмоции. А часто эмоции только, которые говорят, что вы никто, и вы в этот мир пришли незачем. Так вот, я хочу для вас предложить вот такой виртуальный тренинг через фильмы по научению владения эмоциями. И ведь это не просто актерская игра. Да, там будут некоторые актерские элементы. По Михаилу Чехову такой был режиссер. Но вы о нем узнаете. Я буду о нем говорить. Ведь когда вы создаете себе эмоцию, вы, во-первых, живете уже иначе. Я вот вам скажу. Вам грустно. Подойдите к зеркалу. Возьмите старую губную помаду, раскрасьте лицо, включите веселую музыку, наденьте какие-нибудь интересные яркие одежды и танцуйте, танцуйте перед зеркалом. Вам хотелось плакать? Через 2-3 минуты этих танцев вам уже не будет хотеться плакать. Значит, владение эмоциями — это и создание собственного настроения, создание внутренней атмосферы достойной жизни. Но еще важно, что когда вы владеете эмоциями, вы тогда лучше коммуницируете с другими людьми. А когда вы лучше коммуницируете, вы получаете какие-то преференции. Вы получаете лучший контакт. А может быть, лучшую работу. А может быть, вас влюбляются. Ведь запомните, такой человек больше на Дауна похож. Как в него влюбляться? А когда человек эмоционален, открыт, когда умеет владеть своими эмоциями, то у него и жизнь по-другому задается. Я точно знаю. Я вам скажу точно. Измени походку, изменишь судьбу. А если вы это измените, измените владение своими эмоциями, то у вас судьба кардинально поменяется к успеху. Поменяется к качеству жизни. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, да посмотрите, как я говорю. Посмотрите на других коучей, парапсихологов, которые вещают о мистике, о пране, о каких-то интуициях. Вы научитесь жить качественно, энергично, и жизнь повернется к вам лучшей стороной. Я знаю, что я вам предлагаю. Пишите мне. Мы поговорим.